Студия 989. Истории рассказывают о карнавале, который путешествовал из города в город. Во главе его стоял человек, окруженный загадкой, которого знали как Калипсо. Однажды этот карнавал приехал в город моего хозяина. Это было не похоже на все то, что он видел когда-либо. В нем участники сражались на машинах, которые сами выбирали за шанс выиграть таинственный приз. Некоторые говорили, что приз — это одно желание. Все, что только победитель может пожелать. Но также говорили, что ставки очень высоки, и в случае проигрыша игрок отдавал свою бессмертную душу. Мой хозяин также сказал, что он не всегда был клоуном. Когда-то он был мальчиком, живущим огнем, разрушением и искореженным металлом. Слух о ужасном смертоносном шоу распространялся как чума. Росло мастерство моего хозяина в бою. Количество завоеванных душ постоянно росло. Сливались месяца. Месяца в годы. Желание превратилось в зависть. А зависть превратилась в план. Время Калипсо, как главы каравана, подошло к концу. Мой хозяин был готов занять свое законное место и сесть на трон Империи Искаженного Металла!
мистер Зомби, вы первые соревнования искореженного металла показали больше умения, могли бороться и выходить из любых ситуаций, превзошли все ожидания и набрали больше всех очков. Наш хозяин, мистер Зомби, борется с врагами с удовольствием. Мистер Зомби знает одно желание. Гарантируется победитель трассы мистером Тулом. И какое будет желание? Желание мистера Зомби заставить мир слышать боевые крики, стоны души мертвого человека. Будет исполнено.